someone to save. I wanna tell you something new. You drove us both into a wall. I drive away into the night, and I contemplate for a while. Сделал я ее реально из полного хлама.
из профильной трубы, которая изначально должна была пойти в металлоприемку. Но я сдавать не стал, я подкопил на тот случай, если, ну, вдруг она пригодится. Вот все-таки нашел ей применение, а получился у нас простейший органайзер для всяких штучек. В данный момент я буду хранить, скорее всего, там маркеры, карандаши. Также тут есть площадка для хранения мелочей. Данный органайзер хорошо бы вписался бы, если бы я бы работал в комнате офиса и сделал бы тут мягкие подкладки. И так вот у меня стояло, выглядит, ну, достойно. Такой, будто бы золотой слиток. Ну, а вы пишите в комментариях, что думаете насчет данного органайзера. На этом я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Пока. Ах да, чуть не забыл. Напишите в комментариях, что бы вы доработали в данной самоделке и куда можно еще применить остатки профильной трубы. Into